Доброе утро, друзья. Мы с вами рассвет встречаем в Краснодарском крае. 4:30 утра. До Краснодара отсюда 187. Я вижу, вон там на шильде написано. Коллега ездит. Пропустим. А, он будет, наверное, парковаться. Ну вот, приходится пораньше подниматься. Надо же кино делать. Днем некогда. Вечером лень. Вот, встаем с утра. Сейчас займемся кино. Потом завтрак, ну, потом в путь. А то уже скоро начнут некоторые деятели. Где мое кино в режиме онлайн? Так. Стоянку, смотрите, как забило. Забито. Видите, все в два ряда. Ну вот, елка. Плюс еще вот даже сзади вот коллега на мане стал. А так получается, вот они в два ряда стоят туда к транспарку. Грузины здесь. ДНР. А коллега, наверное, только спать решил. Наверное, всю ночь ехал. Решил под утро лечь спать. Смотрите, вот Краснодарского раздуло, да? Что он такое везет здесь? Железо какое-то, какой-то станок. Раздуло его этим. То ли он завалился, этот станок, то ли что. Эти борт выдавило. Номера краснодарские. То есть он уже почти приехал. Наверное. Пойдем займемся второй работой. И будем выдвигаться на основной. Теперь каждое утро начинаем с мытья стекол. Надо будет в магазин заехать, затариться еще этим средством. Плюс еще на каждой стоянке все время мою вот эту. Ну, вот эту часть, где камера стоит. Уже все не мою. Вот видите, какое лобовое. Все в зверушках. Будем отмывать. Поехали. Сейчас все включим. 8:10. Блин, там сзади Мерседес какой-то подъехал. Нормально. Видите, как забивают. Мало того, что вторым рядом, да, вот и еще и сзади машины стоят. Ну а что? Тут можно сказать, все удобства на этой стоянке.
Так, какой план? Ну, сегодня план один. До границы. 11 числа. Сегодня у нас... Какое? Сегодня у нас 16, по-моему. 11 числа на границе колейки не было. На Грузию. С Грузией на Россию стояло там. А на Грузию не было. Что сейчас? Не знаю. Ближе к вечеру... Все сами узнаем, увидим, пощупаем, понюхаем. А то что, дорогу разобрали? Ага. Реализуем дизельное топливо, станица Кущевская, по направлению на... Ну да, вот технику привезли, асфальт срезали. Будут... Будут новый укладывать. Надо так попасть, чтобы здесь никого не было. Наверное, будет лучше смотреть в зеркало. Ух ты, нифига себе, как нам фартит. Нет, не фартит. Спасибо. Давай, давай, шустрее, шустрее. Выпускает. Красавчик, Мазик. Аварийные комиссары. Спасибо, братан. Сейчас плюс 18, но у меня плюс 22 показывает. Ну, сегодня что-то 28, там, может, южнее будет еще теплее. Посмотрим. Да, сейчас начнется. Ну, еще до минут нормально, а дальше пойдет дело. Ну, начнутся наши любимые Малка. Этот, как он там, Урух. В принципе, в ту сторону только Малка и Урух. Два поста. Проезжаем Тихорецк. Разъехались мы с М4. Сейчас уже у нас не М4. Р-217, по-моему. У нас уже трасса Кавказ. М4 туда, на Краснодар пошла. Странно. Тихорецких нет на улице. Ну, поездников я имею в виду. Как бы вот сам город остается с правой стороны. Буквально чуть-чуть. Это вот сейчас Кропоткин будем проезжать, то Кропоткин полностью проходим. Пересекаем, как бы, город. Магнит. Уже можно даже подъехать вот на фуре. Так, интересует вопрос, что тут как с дорогами. Тут за Тихорецком шли сплошные ремонты. Туда, в сторону. Кропоткина. Ну, походу, что тут они продолжаются. Сегодня в Краснодарском крае сильной жары не обещают. Но там по Волжье смотришь, там Урал, там за тридцатник что-то 35. Короче, недавно было минус 10, сейчас уже 35. Как это резко май начался. Что я подумаешь о таких температурах? Это, конечно, как-то не очень хорошо становится. А здесь все так вот довольно-таки комфортно. 27-28. Так даже на всю неделю посмотрел. Грузию с Арменией пока не смотрел. Нет, ну ты красавец, ну. Отрихтовать себе, забрать полморды и поехать с ней, этого BMW.
на середину вылез. О, сейчас откатился. Подумал, что погорячился маленько. Зато видите, да, Краснодарский край. Все зеленое уже. Трава уже по пояс. Листья уже скоро желтеть начнут. Кое-где еще не распустились, а уже здесь желтеть начинают. Это шутка, конечно, но в плане того, что все уже давным-давно зеленое. Даже вот на поля смотришь, и там это... Уже видно, что и то, что посадили, пробивается. Короче, понятно, Краснодарский край, на то он и Краснодарский край, юг России. Посмотрим, что дальше там. В Ставропольском будет, дальше в Кабардино-Балкарии. Там уже, может, яблоки, уже можно первый урожай снимать в Кабардино-Балкарии. Доедем, узнаем. Ну, вот, смотрите, там уже он на полях уже по колено повырастало все. Ну, сделали уже всю дорогу. От Тихорецка до Кропоткина. Все, новенький асфальт. Едешь, катишься, балдеешь. Вообще такой кайф ехать по весной вот в такую погоду. На небе ни облачка, жары нету. Просто отдыхаешь временами. Не всегда работаешь. Иногда чуть-чуть отдыхаешь. Не надо за руль двумя руками держаться. На ближайшем подъеме может быть перемет, перекат, еще что-нибудь. Получаешь только удовольствие. Если работа перестает нравиться, так понимаю, надо менять работу. Ближайшие планы не входят. Как тут в Кропоткине дела? По-моему, этого не было. Транспортная компания. Новенькая появилась. Добро пожаловать, город Кропоткин, Краснодарский край. Здрасте. Всем хорошим людям Кропоткина пламенный. Чуть заговариваться стал в последнее время. На данный момент фотку сейчас приложу. На выезд из России в Ларсе нет никого, что, поверьте, не может не радовать, что просто не может не радовать. Пошел. Да, брат, ямки, ямки здесь, ямки. Что-то ж возят вот на таких вот паровозах. Как вот доставка, вот как магниты, вот пятерочки бегают. Вот я не первую такую армянскую машинку встречаю. Девять утра в Кропоткине. Отсюда до границы 496 километров. 500 верст еще. Это на целый день.
вот опять весь лобовик уже в этих зверушках. Сейчас мы здесь в Армавире остановимся минут на 15 с коллегой, с подписчиком встретимся, Ивадом. Где-то он тут меня уже ждет, поворотся на Отрадный. Вот еще, получается, я не доехал. Вот. Потом на границе области тоже нам нужно будет остановиться. Нам с Димкой встретиться. Мы уже виделись, но все равно давно, год назад. Газелька синяя. Нет, пока не видать. Нет, значит дальше. Вот, ну все, все в принципе по-быстрому. Сейчас здесь 15 минут, там полчасика как раз, когда с Димкой там мы. Как раз здесь 15 минут, там полчаса, и пауза получится, и можно будет дальше ехать спокойно. А дальше не знаю. Есть планы тут горы мотануть на часика 3-4, но это как руководство, если даст добро. Как бы, в принципе, получается, колейки нет. Ну, на завтра мы уже, мы-то в Гюмри не успеваем завтра приехать. Тут надо лупить без отдыха, день, ночь, ну, кому это надо? Вот. Поэтому, если часика на 3 крутануться, то в общем-то это сильно не повлияет. Ну, посмотрим. Сейчас тут доедем до Минвод, и тогда мы этот вопрос разрешим. Не знаю, в какую сторону. Могут сказать, никаких поездок, едем. И так может быть. Просто как бы вот по подсчетам, в общем-то, крутнуться можно, но как начальство скажет, так и будет. С ним вскоре дело неблагодарное. Ты можешь только предложить и объяснить. Выдвинуть, как говорится, свои аргументы. А там уже все равно решают они. Вот, наверное, вот здесь развязка перед светофором. Должен быть синим тентом. Лабинск, Майков. Это сюда, что ли? Да нет, наверное. Нет, значит, не здесь. Это не наш тут. Это как будто... Едем дальше. Вот, похоже, вот здесь. В этом фильме, кажется, здесь, а может быть, говорит, зря мы сюда приехали. Черные камни лучше, и клев там ближе, и клев там лучше. Говорит, если я не ошибаюсь, то здесь будет такой клев, что ты закачаешься. Да, он чекпых стоит. Выходим тихонечко.
такое? Что такое? Что-то не то или что? Ну вот, 20 минут постояли. Свои газельки у него. Договорились на обратном пути по возможности на экскурсию по Армавиру. Давай, удачи! Притарил продуктами. Я говорю, зачем там? Ну, хлебушек там, каша там. Ваня, говорю, что ты делаешь? От души. Ну, когда от души, тогда спасибо. Вон сейчас, наверное, едет. Где он? А, вон на газельке. По месту. Ну, и не то, что по месту. Да-да. Короче, будь здоров, живи богато. И вам того же, и не болеть. Давай, удачи. Пошел. Красавчик. Поехали мы дальше. Как вы думаете, пропустят, не пропустят спокойно? Вообще на этом посту на казахских номерах только вопросы задавали. Ходили что-то там, этот сверяли, как его. Как он называется? ВИН там что-то, с техпаспортом там, туда-сюда. Но на казахских, когда ехал, на этой что-то вот, по-моему, даже... Может, один раз и остановились, спросили, что везешь. Все, у нас это граница. Краснодарский край. Ставропольский край. Сейчас глянем. Стоп-контроль с 10 вечера до 6 утра. Даже отвернулись. Даже отвернулись от нас, понимаете, в чем дело? А здесь транспортный контроль. О! Не было раньше. Вот, Ространснадзор стоит, все. Раньше не было. А сейчас смотрите, транспортники. Удочку поставили себе, все. Ага, Димыч. Здорово! Привет, привет. Так,
нормально, сейчас я тебе тут стану. Вот здесь вот и стану. Перед этого дафа. Ну, транспортники, ничего себе. Будку поставили, все, раньше не было. Здравствуйте, дяденька! Привет. Тысячу лет тебя не видел. Да, не говори. Сколько? Год уже, наверное, да? Ну, когда мы последний раз? Были, да, 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 да. Смотрю, какие изменения. Видишь, тут транспортники появились. Да, стоят все. Не было раньше. Именно транспортников не было. Просто пост гаишный был, а транспортников не было. Че, как ты? Да нормально. Ну, все хорошо. Пока. Пойдем мы, кофе попьем. В общем, пообедали мы с Димкой. Какой-то в горшочке на че название. Первое скушали. На че название? Забыл. Че слово забыл? Как называется? Че. Блин, надо посмотреть потом. Вот. Ну, посидели там. Наверное, часик, может чуть меньше, там минут 50. Вот, ну короче, определились. Кстати, мы в Невинномысске, это канал Невинномысске, довольно большой. Определились мы, еще мы будем делать. Мы сейчас мы в горы не поедем. Не потому что нельзя, а потому что, ну, хоть там и свободно в Ларсе, но решили ехать, в общем, не терять зазря времени. Не то чтобы зазря, не зазря, но чтоб с запасом. Может, еще получится даже завтра разгрузиться. А почему нет? Если на границе быстро оформят, если рано утром, с позаранку выехать, если граница пустая будет, если все довольно быстро пройти. Ну, это так не бывает, ну, мало ли. То почему бы и нет? Шансы невелики. Ну, короче, решили так, что пока не заезжаем. Тем более мы потеряли в Осколе тоже много времени. Поэтому с Ванькой мы там встретимся у Малки. Туда-сюда там. Но в горы пока не поедем. Но съездим обязательно, потому что там Эльбрус, там все дела. Говорит, такие места, говорит, тебе покажу. Возможно, на обратном пути. То, что съездим, обещаю. Когда? Не знаю. Но то, что съездим, обещаю. Невинномысск Азот. Как поживает? Но это не он. Он дальше. Все там с атмосферой. С очищением атмосферы. Все в огне. Все четко. Тут даже ракет повесили, ничего себе. Ну, в общем-то, в принципе, да. Вот зачем вот это?
ну, типа, сейчас сместиться в одну сторону, а потом только налево. Так сделайте вы эту полосу прямо и налево. Ну, что тут, так много машин налево поворачивает? Хотя я здесь ездил, вон Невинномыск Азот. Я здесь поворачивал налево, когда к заводу ночевать ездил. За бортом у нас 31. Довольно тепло. В машине-то кайфово, чего едешь. Кондёр на 22 выставлен. Хорошо. Ниже ставлю 21, так мерзнуть начинаю. Вот 22 еще куда не шло. Поворачивать будет? Не, он просто не ездит. Эх, туда не будем мы спешить. Все равно со светофора не обойдем. Давай, ехай, ехай, ехай. Обложили это Ставрополье, обложили. Обычно в Ставропольском крае транспортника, вот когда ездишь, ну, во всяком случае, в сторону туда, Владикавказа, не было. Нигде не их здесь не было. А сейчас вот смотрите. На въезде. Правда, работают на выезд. На въезде пост. Тут знак-то этот висел, вот тут этих в основном хомячков. Весы выездные выставляют, и хомячков. Комцумер бит-то за угол. Воскресенье, народ отдыхает. Торговым центром покупки, прогулки. Погода шепчет, дома сидеть такой жарой, какой Аризон. А в 31 гулять тоже жарковатенько, но ветер дует, обдувает малость. А мы погнали дальше. Впереди у нас Минводы, следующий населенный пункт. Пятигорск, Махачкала. Все туда. Ни разу в Махачкале не был. Даже в Дагестане ни разу не был. Не доводилось. Здесь, наверное, на юге, вот, получается, в Дагестане только и не был. Чеченская республика, это там еще, в общем, все, во всех, Карачаево-Черкесии, вот эти все, ну, Кабардино-Балкария, понятно, Ингушетия, короче, везде, везде уже был. Карачаево-Черкесии был или не был? По-моему, был в Черкеске. Или не был? Нет, по-моему, был. Вот только Дагестан остался непокоренным. Сопротивляется. Не знаю пока, видно вам, не видно, но на горизонте появляются Пятигорские горы. Вон там вдалеке одна, вторая, третья. Ну и там их много, он начинает высвечиваться. Постепенно, постепенно мы с вами, братцы, приближаемся к Кавказским горам.
Скоро этот пейзаж будет нашей неотъемлемой составляющей на какое-то время. Но то, что ветер поднялся, я надеюсь, вам слышно. Такой, не детский. Вот оттуда. Километров где-то 40 до Минвод осталось, может чуть меньше. До границы 281 отсюда. По-моему, с Рокадовской, со стоянки, которая перед Минводами, то ли 240, то ли 230. Кто-то нам звонит. Уже пост копали бы стационарный и стояли бы. Welcome, Минводы. Ну, почти. Вон, чуть-чуть дальше они. Это на Георгиев с развязка. Минводы здесь совсем недалеко. Я про полицаев говорю. Вон какая. Прелесть впереди, видите? Говорили, как эта гора называется? Я опять забыл. Честное слово, мой мозг не способен столько информации воспринимать. Точно, я понял, что я сейчас сделаю. Я сейчас фотку сделаю и в сторис выкину. В Инстаграм. Спрошу, как называется. Я думаю, что когда эту гору объеду, мне уже скажут ее название. Может быть. А так все, вот у нас горы на горизонте. Все, горы, горы. Скоро Эльбрус будет видно. Минводы обойдем и будем Эльбрус даже видеть. А там и до Казбега недалеко. Кстати, он сейчас ехал и баннер видел. Назовем аэропорт Минвод. Вон, кстати, который там. Как называется аэропорт Минвод именем там какого-то известного россиянина? Я думаю, что-то не пойму. Что здесь за тусняк-то такое? Это они все налево поворачивают. Разворачиваются, вернее. А, там, наверное, по мосту закрыто. И вот они все сюда, на ведь объезд нарисован. Там ремонт дороги идет. Что тут такое? Ну, соответственно, что? Правильно. Мы в городе минеральных вод. Или как? Столица минеральных вод. Не знаю. Ну, Минводы. Минеральные воды. Здрасте. Ничего не поменялось, асфальт положили вот за время нашего годового отсутствия. Ограничение скорости 40 км в час. Полностью, смотрится, новенький лежит. Хорошо. Я не что-то, я думаю, по-моему, тут он такой был и не очень-то плохой. Ну, может, память подводит, она умеет.
Здесь это, наверное, парковка. Паркинг. Стоянка. Ни разу не стоял, правда. Георгий из Будённовск, но не для грузовиков. На Георгий из для грузовиков надо было уходить раньше. Либо там дальше. Будённовск тут тоже. Другой дорогой надо ехать. Да, вот новенький. Что-то под разметку не успели укатать, нарисовать. Асфальт-то укатали, а вот разметку нарисовать у них еще времени не хватило, пока он, видите, временный. Поворачивай, дорогой. Так, вот здесь к этому магниту даже можно подъехать, в общем-то, на грузовике. Вот сюда вот в этот карман съезжаешь, и по правой стороне никаких знаков ограничения нет, ничего. Если так вот надо подзатариться, пойти тут. Мало ли, какие вещи кому нужны. Ну, я в Череке остановлюсь. Просто знаю, что там банкомат есть. И как бы мне-то особо ничего не нужно. Так. Мелочи. Того сего. Все зеленое уже. Видите, все уже тут листва уже давным-давно зеленая. Она, наверное, и не спадала. Юг. Тепло всегда здесь тепло. Не переименовали, вершина так и остался торгово-развлекательный. Проходим Минводы, обходим по объездной Пятигорск и уже вообще не попадая никуда, валим все время по широкой. Я не помню, в прошлый раз так было, не так. По-моему, уже было так. Короче, мы уже все, и в Малке выходим. Говорят, еще там вся Кабардино-Балкария уже вся широкая. Ну, вот поедем, посмотрим. Там Михаил Владимирович там ездил, что-то там в ладоши хлопал, говорил, как хорошо там ехать. Поедем, посмотрим. Но я когда был, тогда ремонты шли. Все, стройка. Ну, походу... Скоро до самого, ну, Ларса нет, до Владикавказа отстроят широкую, дай бог. Нет, это с Минвод у нас 240 получается, от Рокадовска, наверное, километров 250 до границы. Только одну полосу решили положить. Ну, правильно, которую грузовиками укатали. Колеи где наделали, вот они одну подложили. Все равно он уже колея пробивается. Что, будем Ваньке звонить? Сказал Минводы пройти, позвонить ему, и он туда к Малке выедет. Поэтому там вот на развязке
на Пицегорск сейчас тормознемся. Буквально на пару минут. Тем более, все равно скорость потеряли. Все, пошел расход расти. Сейчас. Сейчас будет все время только вверх. Тихо, тетенька, подожди. Мы не одни. Ну что, поремонтировали автомобиль? Ну, конечно, а как же? Сейчас я выскочу на улицу. Катим дальше. Пятигорск направо. Раньше вот сюда направо уходили и через Пятигорск. Или не сюда. Но тут не один съезд в Пятигорск. Нет, дальше, по-моему. Через 1.5 километра будет еще один съезд в Пятигорск. На нем уходили. И шли через город. Ну, сейчас мы пойдем уже по объездной туда. К блокпостам. Начинаются блокпосты. Два штуки, правда, в этом направлении, но все равно пройти надо. Вышка стоит, а это гора Змейка.
извинения за свои познания. Ну, в этих познания. Ну, тут уже Газпром построили на объездной. Все, мы уже обошли полностью. Раньше мы вот здесь уходили. И вот направо, и там на посту, потом поворачивали налево, и там уже шли. И вот даже интересно, мы баннер с Путиным увидим или не увидим? Так они вон там стояли, а сейчас, видите, сюда на дорогу выползли. Будет тормозить, не будет? На следующем повороте. Нет, что-то передумал. На следующем повороте. А здесь он кого останавливал? Армения. И с той стороны армян не пропускает. А что ж ты? Только что ж вот они ехали с этой. Вот. Они ж только что прошли Малку. Тут до Малки сколько здесь? 20 километров, пост контроля, все. Все, видите, опять. Юг, юг. Сейчас они все сюда повылазили. Раньше они все стояли на том посту Пятигорском. А сейчас они все сюда повылазили. Им там сейчас на том посту Пятигорском вообще делать нечего. Вот когда вот здесь на этой развязке направо, там 3 километра, и там пост Пятигорский. И сейчас они все оттуда сюда, вот здесь пасутся. Уже там им ловить вообще нечего. Там пару штук осталось, маленьких трясти. Сейчас все сюда повыползали. Да. Юг, чего тут удивляться-то?